Приветствую всех зрителей нашего YouTube-канала Международной детской школы «Счастливая гимнастика». Сегодня у нас проходит открытое занятие весеннего интенсива. Приглашаем вас посмотреть. У нас прошел весенний интенсив. Мы много работали с предметами, я научилась делать разные элементы. Также мы работали с обручем. Мы учились кататься с мячом. Нам понравился интенсив. На весеннем интенсиве мы сделали упор на работу с предметами. Мы работали с мячом, булавами и лентой. К концу интенсива девочки показали очень хорошие результаты. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем до новых встреч!